Так, Это я в правильном точно. направлении двигаюсь? По-моему, да. Ну, я думаю, ты уже... А мы Арменчик, направляемся короче, к белым. понял, куда мы направляемся. Только не говори вслух, а то там сейчас заранее все туда приедут. Окей. А-а-а, гасят меня. Дебэшат, дебэшат. Я тебя могу подобрать на бейке, если хочешь. Не-не-не, это будет нечестно, я пешочком со всеми. Здорово, здорово, пацаны, не отстаем! Я понял. Твою мать! Сейчас, блин! Здорово, пацаны, давай за мной, да! Сейчас будет шопа. Пашка, здорово, здорово, Паша! Кстати, ты одну такую себе вещь заказал, просто офигительную. Вообще, я потом расскажу. Я сегодня ездил с бабулей по полю, цветы собирал. Угу. У вас, кстати, погода хорошая? Историю. Ну, пока да. А у нас, мы же, видишь, рядом с Польшей, с Германией живем. У нас тут циклоны тоже постоянно. Вот Германию-то ее постоянно заливает, то смерч, то еще что-то. И у нас как бы тоже область такая интересная. Быстрее! Быстрее, 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 есть! Быстрее. Есть! Я успел! Закрывай, закрывай, Паша, закрывай сразу. Лог 2, лог 2. Я закрыл. Пацаки, пацаки, давайте быстрее мопеды себе берите. Кто не успевает взять себе скутер, берите в любых других точках и встречаемся все у Ашана на скутерах. Давайте быстрее, у Ашана встречаемся. Мишки так много машин. Это люди тут просто стоят, тусуются или нас ждут? Не, не нас по-любому ждут со стрима. Да ладно, нифига себе, они красавчики, тачки расставили прям вообще по правилам, как надо. Вообще мало. А, нифига себе, меня давит. Ладно, короче, пока что все собираются возле Ашана, я пока поезжу, мопед заправлю, то есть ездил. Берите мопед, пацаки, берите мопед. А, блин! Че? Пипец там навстречку! Блин, меня знаешь, что вообще бесит? Эскейпщики, блин. Вот это вот вообще меня бесит. А, все, задебэшили. Но я держусь пока. Подожди, ты уже уехал? Да я уехал на Лукойл подзаправиться. Ну тут жесть, меня перегородили, все, не дают на машине, короче, на машинах не дают мне проехать. Все, меня заблокировали! Заблокировали! Да там сейчас жопа будет, меня сейчас самого сносит. Дайте дороху, ребята, дайте дороху! Арман, скажи. О, все, я выехал, не все. Может, кстати, Артем, я не могу. За колонки, чтобы подорвались. Блин, ну и мне надо заправиться по-любому. Потом все будут просить, я это скажу, то скажу. Ой-ой-ой, капец. Слушай, осторожно. Я не знаю, как я сейчас буду заправки выезжать, но я заправился. Пацаки, минуту времени, я сейчас буду еще ждать на Ашане, после этого выдвигаемся в потайные места, где только проедешь на мопеде. Так, все, красавцы, пацаны, кто на мопедах, красавчики, едем в Южный, давайте, все за мной, едем в Южный. Все, ребят, да, полетели в Южный, все. Ты сам на мопеде? Адекватно. Не, я на бэхе. Да какой на мопеде? Да я за порядком более-менее пытаюсь следить. Да я на бэхе, если я на мотике, это капец будет. Не, или крашнуть, или еще что. Давай. Не, на самом деле очень много народу, сейчас тяжело будет. Я сейчас, короче, просто тупо буду круги нарезать по нашей с тобой трассе в Южном. Угу. Особенно это... по дворам пробуй. Да, это я... Через забор, помнишь, да, вот возле детейлинг-центра там тоже. Ну да. Подожди! Просто пипец. Кто на бэхе? Вот я сейчас еще раз, если увижу, что этот типчик на бэхе меня подрезал, я его просто настолько далеко отнесу.
Это же опа, я сейчас просто присяду на детонат, и тут вообще просто сидеть читать надо. Паша, красавчик! От души, братик, спасибо! Никита Комягин просит передать привет. Никита Комягин, передаю привет. Все, я во дворы улетел! Все, я пошел круги нарезать. О, один, кстати, за мной так... На... А, все. Слился. Сейчас хрен кто ко мне на хвост присядет. У меня чисто свой маршрут. А кто, кто, кстати, с нами еще в Дискорде, пацаны? Отзовитесь. Старший офицерский состав есть. Ну, практически. Это кто? Соколов? Арсений, да? Рома? Красавцы, пацаны, вам привет, кого... Все эти люди, кто с бригады. Красавцы вообще самые преданные. Новички из бригады. Так, донат я пока отключаю. Тихонечку. Так, первый человек, который передал ответ. Здорово, братан! Давиду Харякову привет. Ёп, штраф дали. Давиду Харякову, Паш. Давиду, как? Харякову, Харякову. Давиду Харякову передаю привет. Так, дальше идем. Никита Макеевичу. Никите Макеимовичу. Макеимовичу передаю привет. Макеимовичу, да. Так, потом дальше кто? Пацаны, хорош. Бля, донаты сейчас за 10 рублей, это вообще шашопа было. Я пока отключил. Ну поставь мне. Пока на время полтинник, чё ты? Пока на время полтинник поставь. Ничего страшного, то есть это... Окей. Кто хочет, тот замутит. Передай привет Владу, пожалуйста. Тем более ты вообще уже, можно сказать, старичок со... С этого... Короче, ты старик уже, мне кажется, в плане стриминга, блин. Кто вообще вот так вот может в наше время стримить по 12 часов минимум, я вообще в шоке. И причем то, что ты же... Сколько ты стримил до вообще все, ну, скажем, всего этого хайпа, да, условного? То есть ты все равно 5-6. Каждый день стримил. Да. У тебя там был онлайн там по 10, по 15 человек. Ты все равно стримил. И, ну, и, в принципе, каким был, таким и остался. То есть, ну, вообще ничего. Можем, правда, сейчас интересное придумать, помимо вот просто покатушек по дворам. Я так-то от всех частично отстал. Пацаны, я, если что, в Южном, кто меня найти не может, я петляю вокруг Больки, больницы, в Южном. Просто тупо вокруг нее петляю по дворам. Кому интересно, слушай, подтягивайтесь. Типа есть тема, как прятки, типа делаешь скриншот, отправляешь мне ВК, я пацанам скидываю скриншоты, и они по этому скриншоту должны найти. Можно, тебя? Можно. Как вариант, то это... Ну я, наверное... Ой, ёп. Я, наверное, может, тогда другую тачку возьму. Ну, пока что попетляем здесь, вокруг больницы. Get TV просто... попробуй написать, у тебя вроде должна эта команда быть, эта тачка. Да не, это ты... есть у меня. Вот. Это есть, все нормально. Так, ну все вроде подтягиваются, ждут мопеда. Не у всех есть мопеды. Пацаны, я просто тупо вокруг больницы катаюсь на мопеде. Можете меня увидеть. Сейчас, пока мы просто с Арменчиком в размышлениях, какой именно конкурс замутить, сейчас обязательно что-нибудь придумаем. Ну, как я делал вопрос, да, с твоих роликов, ну там вообще будет капец, там масштабно. Так что, скорее всего, не получится. Все будут клудить. Привет, привет, передай. Ну вот если... Вот это я летаю, догонялки, чтобы как-то от народа оторваться. Потому что да. Что-то с масштабом делать надо, это будет сложно. В догонялке сделать? Да, либо догонялки. Кто-то а догонялки тоже, знаешь, не у всех будет возможность. Потому что все в основном там, кто на мопедах, не все же на ламбе будут просекать. Меня сейчас какой-нибудь там мажорчик быстро на Феррари догонит. Ну не быстро, конечно, я все равно буду... Может на мотоцикле мне попробовать улетать? На этом, на Кавасаки? Я, по-моему, как-то уезжал уже.
Не, попробуй, он с армии. Может, Ашин Кавасаки у тебя есть? Он в армии у нас есть, Паша, возле БТР. Да? Ну да. Давай тогда скину мопед. Пацики, короче, будьте возле больницы в Юшке. Сейчас я подкину. Я бросил свой мопед. Либо прятки, просто фотку выкладываю. Ну, а хотя не все же на стриме. Все, дорогие друзья, и вам я желаю всем приятной игры. Конечно же, с вами увидимся на сервере. Не забывайте вводить мой промокод PEL, 11 пункт, и при регистрации Паша PELS, что даст вам 60 или, по-моему, даже 70 тысяч игровой валюты. Все, ребята, всех обнял. Увидимся на сервере.